Сегодня в Нарьян-Амурском городском суде огласили приговор сотруднику охранного предприятия «Светогор», который 31 октября 2019 года пропустил убийцу Дениса Поздеева в детский сад «Сказка». Тогда он смертельно ранил ножом в шею 6-летнего мальчика. Экспертиза, проведенная во время следствия, показала, что Поздеев психически нездоров. Суд отправил его на принудительное лечение. Чудаков, сотрудник частного охранного предприятия «Светогор», содержится под стражей со 2 ноября 2019 года. Мужчина был задержан через 2 дня после нападения на детский сад «Сказка» в Нарьян-Амуре. Суд приговорил Чудакова Антона Юрьевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами Б и В части 2 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в строительной колонии общего режима. Меру пресечения Чудакова Антона Юрьевича до вступления приговора в законную силу оставить без изменений в виде заключения под стражу. Срок наказания Чудакова Антона Юрьевича исчисляется дня вступления приговора в законную силу на основании пункта Б, части 3.1 статьи 72 Уголовного кодекса Российской Федерации. Время содержания под стражей Чудакова с 31 октября 2019 года до дня вступления приговора в законную силу за честь срок лишения свободы из расчета 1 день за 1,5 отбывания наказания в изменении колонии общего режима с учетом положений, предусмотренной частью 3.3 статьи 72 Уголовного кодекса Российской Федерации. Также суд удовлетворил гражданский иск родителей убитого – взыскать с Антона Чудакова компенсацию в размере 1 200 000 рублей. Наталья Дуркина, Антон Водоряков, телеканал «Север».